Сегодня прошло очередное заседание Народного собрания Республики. На встрече обсудили законодательные инициативы, которые войдут в повестку завтрашнего пленарного заседания. В частности, республиканский бюджет на текущий год, а также ряд других важных социальных вопросов. Комитетом был внесен вопрос обсуждения о исполнении бюджета, о проекте закона Республики Ингушетия по исполнению бюджета территориальным фондом Республики Ингушетия обязательного медицинского страхования за 2016 год. Буквально вчера законопроект поступил в Народное собрание, в наш комитет, в профильный комитет. Законопроект направлен в соответствии с республиканским законом о бюджетном процессе главой Республики Ингушетия. И буквально вчера же мы провели неочередное заседание комитета, себя в комитете, рассмотрели данный законопроект, изучили его, насколько он отвечает требованиям к законопроектам, предъявляемым на первое чтение. Все необходимые документы к законопроекту прилагаются.